И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Нокс. В предыдущей серии мы с вами шкандыбали через эти страшные мрачные болота. И, в общем-то, мы продолжаем это делать. Я точно не помню, куда нам идти. И, честно говоря, я уже управление опять забыла, и я хочу вот сейчас вот как-нибудь вот так вот сделать. Не знаю зачем, но мне так спокойнее. Так, боже мой. Нет, подождите, давайте сперва уменьшим. Я помню, по-моему, все-таки я ошиблась. То есть вот тут... А! Сволочь какая. Не, подожди, я хочу убить. Я... А, ну... Ну ладно. А. Вот так вот. Я, по-моему, ошиблась, и вот этот вот угорский домик, вот там в деревне, вот это... Она все-таки такая побочная, то есть... Не обязательно. И давайте мы тогда, может, туда сперва сходим, потому что нам, по-моему, вот сюда по карте надо, вот, то есть вот туда. Поэтому мы сейчас, пожалуй, все-таки сходим куда-нибудь туда. Блин, этот голем, он такой долгий. Так, что-то я куда-то не туда, по-моему, зашла, да? А хотя нет, нет, туда. Ой, главное сейчас здесь нигде не провалиться. Это я знаю. Я всегда так... Вот-вот-вот, это деревня. Так, возьмем лук, пожалуй. О, здравствуйте. О, дядя. Да подожди. Чтоб тебе... А что такое? Пожалуйста, освободи меня. Если огры не западают меня и не съедят, все равно я скоро умру. Мой компаньон умер 2 дня назад, и вонь его разлагающегося трупа постоянно тошнотворное напоминание о моей неизбежной судьбе. Ну хорошо. Да, это побочное все-таки место такое неважное. Так, ну... Там, кстати, что такое было? Показалось. Так, где-то тут должен быть рычаг. Сейчас мы немножко подлечимся. Так, а где же он? Где же он, рычаг-то этот? Он должен быть, по идее, где-то вот недалеко. О, здравствуй. Но я чуть не наблюдаю. Может, внизу? Хотя мы там были уже. Как его? Блин, а как его освободить-то? Я не помню, честно говоря. Ну. А. Моя глубочайшая благодарность. Я немного тебе могу предложить, но я могу пойти с тобой до заставы огров у северного края болота. Потом я должен буду вернуться к Хорвату. А, так это маг у нас, да? Ну, я не знаю, чем он на самом деле мне поможет. Его бы отослать... Сразу. Он, по-моему, вообще может даже сдохнуть в процессе. Но он, по-моему, маг, да, действительно. Потому что он нам магией будет помогать. Ой-ой. Да. В принципе, нам это не сильно поможет, потому что мы здесь уже половину народа поубивали сами. Кстати, надо карту увеличить это. У меня в глазах рябит уже. Как-нибудь вот. Ну, вот так вот даже, наверное. Нет, блин. Она какая-то некрасивая становится, какая-то слишком резкая и рябящая. Ой, только не атакуй, пожалуйста, огоньков. А, твою-то, блин. Тебя еще лечить надо. А что ты сам-то не лечишься? Ты же маг. Иди, твоя. О, нет, это кладбище. Что-то я куда-то зашла. Ай, черт. Давай рассасывайся. Пойдемте вот туда. Ну. Да что ты будешь делать-то со мной? Бля. Чё-то какая-то хрень. Он все, когда на него магию применяешь, он контрзаклинание использует, то есть типа блочит. Идиот. Ой, чё-то какое-то у меня вялое начало, я на самом деле просто как-то... Ой, чё-то вас тут так много-то. Ну, да, вот надо их всех поджигать нафиг. Господи, где у меня... Где у меня огонь-то был? Вот он. Я помню, здесь мы... О, как его звать-то, господи. В общем, вот этот голем всех привалил. Нам сжечь, мы никого не сожгли. Че ты стоишь? Тебя бьют, а ты стоишь. Медленный. О, черт. Так, вот... Да, блин, не трогай моего голема. Сгорел? Вроде сгорел. Так, пойдемте подлечим ману. О, он лечит моего голема, смотрите.
укол. Жаль, меня не лечит. У меня, между прочим, тоже жизни не 100%. Так, ладненько. Так, аккуратненько, господа. Черт. Ну. Луком нашла чем. О, не кромаша. О, надо валить его, валить, 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 валить. Быстро. Все, я поняла, теперь некромантов буду валить только луком. Потому что вы видели, да, как он дохнет быстро. Давайте, кстати, сохранимся тогда. Чтоб вообще зашибись было. Кстати, а почему я... А, понятно, почему я без этих, без фей, потому что они атакуют все подряд. Тихо. Ой, не надо, не трогайте меня. Призрак пошел вон. Ой-ой. Не, давайте вы сами там, ребят. Тем более мы почти пришли. О, черт, я не смогу его убить. Ой, убить, чинить. У меня ж голем. Может, голема уберем тогда? Огры. Хотя нет, нет, не будем убирать. Ну-ка, умрись. Ой-ой. Ну, блин, я попадаю в своего голема, по-моему. Больше, чем во всех остальных. О, здрасте. Так, ладно. Нет, я не хочу что-то туда. Сейчас мы туда... А! Что ты делаешь? Слушай, нет, даже не надо так делать. По-моему, если их освободить, они тебе помогать будут. Сейчас проверим. Вы свободны, да. Они нам помогают. Так, ладненько, давайте здесь тогда пройдемся и призовем кого-нибудь, я не знаю кого. Хотя нет, зачем, лучше подчиним. Что призывать? Ко мне. Ой. Огр. Супер. Ой-ой, женщина. Не трогай меня. Бей бабу называется, да? Так, маг там у нас немножко с ума сходит. Я надеюсь, его не убьют. Не хотелось бы, мне его жалко будет. Где он? Вот он в невидимости бегает. А нет, это не он. А, вот, нам Урчина помогает, они валят, смотрите их. Причем неплохо так валит. А где наш маг? Его убили, что ли, уже? По-моему, да. По-моему, нашего мага убили. А, нет, стоп, он же сказал то, что он... А вот он, да. Дальше идти не могу, до встречи. Ну да, в общем-то. А что ты не хочешь? Ну так иди, уходи отсюда, что ты стоишь-то? А, хорошо, давайте сейчас я... Что-то я не то делаю, я уже заблудилась опять в этих... А почему-то у меня лечение стоит так далеко все-таки? Что, как-то поближе? Я кулаком-то этим не пользуюсь, на самом деле, даже. А почему я им не пользуюсь? Хорошее заклинание. Так, вон еще один. А, ай, ай, ай. Это личное заклинание. Меня сейчас, кстати, убьют такими темпами, пока я тут... Ой, что-то я совсем забыла управление, слушайте. Так, как лечиться. Почему ты не лечишься? Ну, произнеси мне чему. И толку. Странно, там не работало, здесь заработало. Непонятно. Так, ладненько. Черт, не хватает, просто уже не хватает этих кристаллов. Давай. Господи, этот уже закончился. Что ж такое-то? Что за жизнь такая? Да вот это я хочу сделать. Так, подождите, там мы были уже. Я думал, фейриков можно уже призвать. Сохраним. Сейчас пойдем дальше, в общем-то. Чего вы бухтите? Так, я опять закрыла почему-то. Ну ладно. Тут ничего. Нам, по-моему, сюда, кстати. Или я ошибаюсь? Не помню.
Нет, нам сюда, смотрите-ка. Но я сюда не пойду. Так, мы там просто еще не все обследовали. Ой-ой! Не трогай меня, блин. Пошла вон, я же тебя не трогала. Ой-ой. Гребаный огонек. Так, надо скастануть на себя защиту от электричества, это мало ли. Убьет меня еще эта фигня мелкая, противная. Вон их как покоцало. Может, это потому, что на них урчины как бы напали. И они мне решили таким образом отомстить. Ой, не трогай меня, ради бога. Так, давайте-ка все-таки подлечимся, прежде чем спускаться туда. Что-то как-то неохота мне. Моего угра одного убили, сволочь. Надо кого-нибудь призвать пополезнее. А, второго вождя призовем. Тебя изгоним. Ну и может быть демона. Он огнем пуляется. Он слабенький, но он огнем пуляется. Причем так неплохо довольно. Ну что, пошли, господа. Надо бы только магию восстановить, да, опять все плохо. Отлично. Так, еще один. И можно будет спускаться отсюда. Все, пошли. Пошли, братва моя. Так, сейчас переключим на лук и понеслась. Нельзя меня так пугать. Раз, два, три. Три, получается, этих на него надо, да? Здесь где-то, по-моему, ловушка, кстати. Есть или была, или будет. Ой, плохо дело. Моего огра сейчас убили. Кто? Иди сюда. Подонок. Тут вот, по-моему, сейчас там за дверью плохо будет, не? Да. И здесь, по-моему, еще кто-то будет. Сидр нет. Вот. Там вот дверь, там плохо будет. Ой, волки черные. О, обожаю черных волков. Они офигеть какие сильные. При этом, блин, они такие крутые. Ой, твою. Фейри, помогите. Фейри. Мочи черных волков. Жалко, конечно, их на самом деле, потому что они реально крутые, они очень крутые. Вот помните, элементарно белых они нас драли как могли. А теперь черные, есть они самые-самые прям. Это как черные медведи, я не знаю. Ну только не медведи. Че ты истеришь-то? Ага. Нет, надо вот сюда в окошечко. Нет, ладно. Пойдемте. Давайте. Ой, кошмар. Мужики толкаются прям в дверях. Да, о, туника. Что за туника? Какая-то от яда, да? Лечение ран. Туника исцеления. Я прям даже не знаю, что надо надеть. Лечение ран, наверное, стоит одеть, потому что тогда исцеление будет лучше. Нам сейчас это пригодится. Колчан. Так, отвалите. Слушайте, я не вижу ни черта. Так, пластик. Великого исцеления берем. Потому что, в принципе, от искр нам сейчас нет смысла таскать на себе. По той простой причине, что мы уже ушли оттуда, где были все эти огоньки и прочее. Поэтому... Так, нет, подожди. Так вот. Так стоять, господа. Да вы там поранитесь, как всегда. Это бывает. Тут больше ничего. Мясо. Мясо. Крысы, которые дохнут сами. Так, ладненько, пойдем. Господи, я так привыкла, что у меня вечно вот эти фигни появляются. Я теперь боюсь к краям слишком подносить, а у меня же теперь все хорошо. Так, ну ладно. Побежали быстрее. Ой, зажало. Здесь некромант должен быть.
Вот прям он здесь должен быть. Опа. Господа, ну слушайте, бегите куда-нибудь, мочите всех и все. Здесь должен быть некрошен. Просто обязан быть. По-моему, он появится, как только... мы убьем всех. Или я ошибаюсь? Да ладно, я же помню, что здесь некромант. Он где-то просто обязан быть. Здесь еще секретики, кстати, есть, но что-то как-то не... Подожди ты, я хочу туда, там секрет. Блин, я знаю, что здесь есть секрет, но он почему-то сейчас не открывается. Почему? Объясни мне. Второй раз не хочет. Сволочь. Так, слушайте, вы мне мешаете. Стоять здесь? Я ж помню, блин. Как-то все тяжко. Так, ну ладненько. Они все равно по духу будут там. Ну, я тоже гениально, конечно. Да блин, да шо ж то. Я не могу. Я прям отвыкла уже от этого управления местного. В принципе, здесь ничего сложного. Здесь можно и так пройти, но что-то как-то у меня как всегда. Первый. Второй. Пошли. Раз, два, три. Так, я не помню, что там. Я не помню, в какую сторону нам идти, если честно. А что они там стоят? Отстань. Давай, Алина, отвали ты от меня. Нам, по-моему, кстати, вот как раз-таки туда. Поэтому давайте-ка вниз спустимся. И на всякий случай сохранить, потому что я ни черта не помню. Так, отстань. Так, блин, блин. Блин. Мама убивает. Это исцеление, оно чем плохое, блин? Оно работает нормально, только когда ты стоишь на месте, потому что иначе оно как-то вырубается. Ну, не надо, не надо, не надо. Господа, господа, пошли вон. Пошли вон, я сейчас убью. Ой, выпустите меня, не трогайте меня. Не трогай меня. Кошмар. Блин, как-то вообще печаль, да? Не хочу что-то туда идти сразу, как-то вот. Прям вот расхотелось. Прям атакуют как могут. Слушайте, давайте вы туда первыми пойдете, а? Вот, давай, вот иди туда. Вот, идите, деритесь. Женщина, иди обратно, там твоего мужика убивают. Давай, давай, давай. Зараза такая, ну пошла туда. Вернулся такой покоцанный, сейчас его там и грохнут, да. Блин. Знаете что? Я сейчас призову... Где он, господи? Этого голема и спущу его туда, пускай сам идет, разбирается. Все, иди. Да, он кого-то уже угрохал. Ладно, давайте здесь сохранимся, попробуем спуститься, если что. Нас все равно убьют, будет плохо, конечно. Ой, ну что, иди, иди, я с тобой. Пойдем. А, слушайте, подождите, а что это я? Где это я? Подождите, мне почему-то казалось-то, что... Давай, иди туда. Отлично. Зря это сделала. Ой, моего голема разосрали просто. Ой, тут наверх. Фу. Просто убили сразу, да? Черт. Подожди.
Не, мне туда надо, там плюханы лежат. Я не уйду вот так просто. Ты ж. Да отстань ты от крысы, иди туда. Да что ж ты будешь делать? Отстань. Ради бога. Ой. Ой, волк. Волков, мочи. Так. Нажали кнопочку, выходим. Фу. Это было напряженно. Ну что, тебе не выйти, что ли, оттуда? Теперь иди сюда, отставь крысу в покое. 1000 очков. Новый левел, ура! Тайный склад огров. Пойду туда. Не зря, видите, сходили, не зря. Я же говорила, стоит. Слушай, давай уже. Не можешь завалить огра нормально. Сколько золота. Сколько добра. Арбалетики, золотишко, золото. Еще что-то было, по-моему. Вообще хорошо. Не зря сходили, не зря. Это стоило того еще 250 за открытие секрета. Ой. Ой, пускай это будут черные волки. Огр лорд, черт. Блин, я хочу черного волка, свиток, очень хочу. По-моему, все-таки нужно будет купить. Вот мы совсем скоро выйдем отсюда, и там будет прям торговец стоять, с ним можно будет поторговать. Такой тоже этот колдун. С ним можно будет торгануть, и он будет, по-моему, как раз-таки свитки вот этих черных волков продавать. О, господи. Да, мы уже близки, кстати, к выходу. Это, по-моему, тот самый... Переулок. Я называю его так. Встанет сюда. Смотрись. Где? Вот здорово то, что даже под конец игры какие-то мелкие враги, они тоже сохраняются, потому что пока ты дерешься с крупными, которые тебя обступили, мелкие тебя доканывают. И это круто. Ну, с геймплейной стороны. Да вот видите, вот так опять... По единичке, но часто кусают, поэтому как бы такие маленькие, но проблемки. Пойдем туда. Мы скоро, кстати, по-моему, на мертвую землю уже придем. Первый, второй, третий. Здесь очень много скорпионов. Как вы поняли, зато здесь вот что лежит. Не хочу вниз, но придется. Сохранимся, пожалуй. Знаю я. Ой, черт. Вот странно, вроде синенькое, но... Да! Вот я в том же. Потому что я помню, что здесь такая фигня будет. Это подстава, это читерство, это нечестно, там было синенькое. Блин. Моего голема убили. Я надеюсь, эта хрень умерла. А, нет, она опять в сундук превратилась. Это сволочь. Блин, что-то я не горю желанием подойти. Не поняла, почему здесь... А, понятно. Это мы такой круг сделали. Что-то я заблудилась. Подождите. Что-то я правда заблудилась. Ладно, черт с ним. Не, подождите. Нам, по-моему, сюда и надо как раз-таки. Возможно, я ошибаюсь, но что-то как-то... Нет, стоп, подождите. Что за фигня? Я что-то правда... Немножко того. Где я? А, все, поняла. Все нормально. Бывает. Так, ну, мы уже скоро выйдем отсюда. Здесь можно вниз провалиться. Я не знаю, стоит ли здесь проваливаться вниз, потому что у нас как бы вот тут нам надо вниз провалиться. И у нас тут секретик. Так.
Ну все. Понеслась. Нет, стоп. Вот так вот сделаем. Потому что вот. Стоп. Здесь с ним довольно-таки легко. Сейчас. Главное самое, так именно это самое. Когда вы сдохнете-то уже, господи? О-о-о, тихо. Все, отлично. Не очень сложно. Ой-ой. Скорее запарно. А-та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас сама себя, блин. Да твою. Ой, господи, что ж такое? Как не прёт по сегодня. Да блин, давай уже. Да умирай. Блин. Черт. Отстань. Давай, блин. Давай, давай. Но. Да блин. Ой, слушай, заколебала. Давай уже как-нибудь быстрее. Это очень долго все происходит. Где мой лук? Блин. Ага, лук, конечно. Да чтоб тебе. Ненавижу вас, твари черные мерзкие. О, господи, наконец-то. Ой, плохо быть колдуном. Потому что ни туда, ни сюда. Так, вот, не сюда надо было, собственно. Так, там у нас все работает. Еще потихонечку пойдем вперед. Ой, господи. Так. Опять этот мерзкий. Блин. Вот вроде синенький, а нет. Нифига. По звуку даже слышно. Не пойду туда. Вот что-то потусую, здесь ящики. Так, тут что-нибудь. Ничего, печаль. Ладно. Мы уже скоро выйдем, кстати, отсюда. Так, стоп. Здесь можно добраться до того края, потому что здесь есть слепые такие зоны. О, твою. Слепые зоны. Черт. Чуть недостаточно маны. Ты с ума сошла, что ли? Пускай создается, я пока по кругу побегаю. Давай, мочи их. Голем. Давай. Я верю в тебя. Ой, матерь божья. Что-то как-то... Блин. Вот как мимо нее, блин, пролетело тогда? О. Фу. Ужас. Слепая зона, можно пройти. Вот если бы у него не было немножко вот этой вот отдачи, ну как не отдачи, не знаю как это назвать, когда он вперед прыгает, он не сразу как бы так приземляется, он чуть-чуть еще вперед шаг делает. Там и так маленькие пространства, блин. Так и у нас все запоролось. Ай, твою ты дивизию. Так, понятно, скорпион с двух ударов с алебарды уходит. Будем знать. Я уже ни черта не помню. Так, блин, зря я это сделала. Закройся обратно. Нельзя на эти гребаные кнопки нажимать. Да как? А, сейчас она, блин... Сейчас она мне все на все кнопки понажимает, и все, и плохо мне будет. Черт, что ж такое? Я в детстве проходила эту игру лучше, чем сейчас. Это что, сдохни, что? Блин, меня сейчас убьют. Твою мать! Отстань!
Ого. Нельзя нажимать на эти кнопки, блин. Нажала и понеслась, называется. Там вот есть кнопочка. Да. Я не буду на нее пока нажимать. Я сперва вот через клетки вот этих всех замочу. По той простой причине, что мне за это опыт дадут. Думаю, понятно, да? Да блин. Сейчас все стрелок про это самое. Так, отсюда уже выполз один. Ладно. Так, так. Да. Ты помрёшь сегодня? О, отлично. Так, ну, скорпиоши. Так, тут ничего. Печаль. Все, мы все пооткрывали. Ой, это что ж это? Вот, отлично. 2500. А, ну, в общем, мы почти пришли. Совсем чуть-чуть осталось. Надо кого-нибудь призывать, честно говоря, потому что... Потому что печально. Один есть. Ага, это кто? Это огр, по-моему, да? Этот кулак — это символ огра. Что-то как-то... Нельзя делать перерывы от этой игры, а ты как-то с ума сходить начинаешь, когда возвращаешься сюда. Особенно под конец, когда и так все сложно. Так, кстати, что-то я не подумала. Ухожу, а у меня мана нифига. Это ж чревато. Что-то не то делаю. Чуть-чуть подлечимся и идем. Так, давайте огр ДГ. Не идти. Черт. Так, где? Так, ну это понятно. Вот это хороший. Я поняла, здесь надо даже не столько по цвету определить, сколько по размеру этого кружочка. На самом деле надо бы того как бы открыть, чтобы опыт получить с этой фигни. Давайте, мочите ее, мочите. Да блин, чё вы встали-то? Бейте. Охота, блин. Давайте, вон еще одна. Раз, два, три, четыре, пять. Умри! Чёрт подери. Ну ладно. Пусть так. Так, здесь есть какой-нибудь секрет? Чё-то не наблюдаю. Так, огр у нас там остался где-то для себя. Ой. Я уже... Ой, я помню. Здесь, по-моему, будет коридор с динамитом. Нет, ошибочка. Хотя где же? Просто так похоже было. А, точно, это попозже будет. Это будет попозже. Конечно. Конечно. Что ты здесь делаешь, мне только интересно. Нашел где торговать, да? Он явно торговал с темными силами. Что значит большой шлем колдуна и могучий? Вот большой, в смысле, крепкий. Ох, эти издержки перевода. Я-то полипы, но они слабые, кожаные. Все, конечно, здорово, но... Могучий плащ. Еще один могучий плащ. Ладно, тогда этот продадим. Я хочу тебе купить свиток черного вола. О, мимик, отлично. Вот эти черные мерзкие твари. Теперь мы сможем... Давайте купим. Сможем их призывать. Блин, ценники, конечно, у тебя, мужик. Есть смысл покупать? Мне кажется, нет. Мы находим больше. Так, что еще продать можем? Вот эти продам. Просто, чтобы место не забивать. Потому что это аукнется когда-нибудь обязательно. Что тут у нас еще? Удар. Могучий жезл оглушения.
На самом деле, мы алебардой-то практически не пользуемся. Есть смысл, мне кажется, вот этот экипировать себе потом. Так, ну все, да. Так. Значит. Че-че-че, подожди, этот... разрушает все заклинания вокруг. Ну, скажи, здорово. Так, ну ладно, давайте, может быть, тогда здесь Сирию остановим, потому что, в принципе, она уже ничего такая получилась. Сейчас только поставим. Или добежим, я не знаю, до конца, до куда-нибудь. Вот так вот. Алебардой мы все равно не пользуемся, как я уже сказала. По большей степени. Так. Мы уже... Блин, когда мы уже выйдем отсюда? Они-то сейчас подохнут. О, черные волки, класс. Где же... Черт, я вот помню, что... Был уже где-то свиток вот это приручение черных вот этих волков, но я его профукала, потому что я помню, что их как-то приручить можно было, они здесь сидели. Может, я, конечно, плохо помню, но что-то такое было в моей памяти. Ну, меня-то, может, не будем толкать-то, а, на иглы? Давай, с сюрикенами. Отлично. Этот. Что у нас тут? Эти. Тихо. Так, ладненько. Жди. Нет, да, эта заклинашка работает только когда стоишь. Но это пипец, конечно. А, ну я же не могла так не сделать, господи. Так, мы уже скоро должны выйти отсюда вообще-то, блин. Так, с двух стрел, понятно. Так, этого мы, пожалуй, при это самое. Так, отличненько. Стоп, здесь секретик должен быть. Да, отойди. Или это не здесь? А где ж тогда? Я помню, здесь где-то обходной путь будет такой. Здесь? Ага. Встанет сюда. Здесь? Две. Да-да-да, это обходной путь. Мы сейчас выйдем уже отсюда. Ура! Вон он, вон они, эти мертвые земли. Все, отлично, мы дошли. Ну, в общем, вот здесь вот, да, мы, пожалуй, остановимся. В общем, я надеюсь, эта серия вам... понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. В следующей серии мы, в общем-то, продолжим. У нас впереди путь к храму, в котором, в общем-то, тусует Гекуба. Это уже некроманские земли. Здесь будет куча некромантов. Короче, жопа здесь будет. Ну, в общем, если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ну и, в общем-то, встретимся в следующей серии. С вами была Севен. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.